Сегодня в работе велосипед Кона. Скорее всего, мы его обслужили год или два назад. И клиент захотел поставить колес на промах. Заказали вот такие втулки Новатек. Специально хорошие толстые спицы на такие вот пистонированные обода. Правда, за неимением лучшего, но может быть даже это и хорошо, здесь больше толще стенка, поставили обода под вибрейк. С более толстой стенкой, чем обычных дисковых ободов. Старые втулки, похоже, я перебирал. Крутятся они идеально. Вообще проблем никаких нет. Есть проблемы с винтами. Три винта пришлось высверливать, а остальных у всех сорваны, к сожалению, шлицы. Вот, поэтому пришлось уже за неимением лучшего, опять же, разбирать свой велосипед, откручивать хорошие винтики под звездочку и ставить вот сюда. Кассета у нас в отличном состоянии. Проблем никаких нет. Еще спокойно она 1-2 года поездит. Резина тоже в хорошем состоянии. Здесь вот такая вот высокая антипрокольная. Называется Schwalbe Land Cruiser. Вот. И сейчас я буду обезжиривать диски. Покажу, сколько на них грязи. Вот чистая тряпочка. Сейчас она будет грязная. Тормозные диски у нас достаточно чистые. В принципе, грязи не так уж и много. Но она имеет место быть. Теперь каждый раз, когда мы снимаем колесо и ставим его обратно, обязательно надо делать это на земле. То сейчас я вот поставил, эксцентрик ослаблю и вдавлю его, чтобы полностью зашло в посадочное место, чтобы ось зашла как можно глубже в дропауты. И после этого буду все настраивать. Поскольку колеса новые, втулки новые, я сразу же ослабил тормозные машинки, чтобы они сейчас мне не мешали, не гнули диск. Чтобы я их поставил и после этого настроил тормоза и спереди, и сзади, соответственно. То есть каждый раз, когда вы ставите какие-то новые колеса, сразу ослабляйте тормозную машинку, чтобы вам было проще поставить ротор в машинку. Велосипед готов. Итак, здесь у нас новые колеса, новые втулки. Втулки Новатек. Задняя втулка. Внутри барабана есть смазка. И иногда этой смазки немного много. И она должна там приработаться. То есть, если мы сейчас будем крутить педали вот так вот назад, иногда бывает, что барабан залипает. Это значит, что смазки много, но она, скорее всего, приработается. Но если будет залипать, нужно снять барабан, почистить смазку. И в любом случае, через год нужно втулку обслужить. То есть снять барабан, почистить. Такая втулка на четырех подшипниках. То есть два подшипника во втулке, два в барабане. Нужно снять барабан, обслужить, нанести новую, более жидкую смазку и убрать всю пыль, которая туда попадает. В целом здесь все очень хорошо. То есть переключатель вообще не настраивал. Ну, чуть-чуть сзади там подкрутил. Задний ротор очень ровный, прям почти идеально ровный, настроил только тормоз. А вот передний ротор, к сожалению, кривой, видимо, очень резко тормозили с грузом с каким-то. Передний ротор практически не правится, пришлось его достаточно сильно править, гнуть, но все равно зазор между колодками пришлось оставить чуть больше, чем хотелось бы. Ну и настроил тоже передний тормоз. То есть, в принципе, такое техническое обслуживание достаточно простое, просто поменять колеса, потому что клиент хочет именно втулки на промподшипниках. Все, это можно сказать у нас гревел или туринг, только без барана. Очень интересный, очень легкий такой хромолевый велик с жесткой вилкой ригидной.